Всем привет, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу предложить обзор двух часов Timex. Одна модель Т49-986, другая модель Т49-987. То есть, по сути, эта модель одна и та же, но только в разном дизайне. Я сейчас покажу их поближе. Вот она. Раз модели одинаковые, вернее, модель одна и та же, то, в общем-то, я решил сделать совместный обзор. Ну вот, смотрите. Сейчас. Попробуем сфокусироваться. Вот. Смотрите, металлический корпус, одна модель, вот так может быть лучше будет видно, одна модель более черная, то есть вот это практически полностью черная, вороненная, такая как оружейный цвет. А это чуть-чуть немножко посветлее, чуть-чуть буквально на полтона, я не знаю, насколько это видно, но отличие небольшое есть. Толщина 14 миллиметров. Корпус достаточно тяжелый, около 80 грамм. Кожаный ремешок и там, и там. Кожа не блестящая, такая приятная, очень гладкая, мягкая. А здесь она немножечко более шершавая. Значит, одна модель сделана в классическом виде, черный цвет и коричневый цвет ремешка, черный цвет корпуса. Вторая модель сделана в такой модной камуфляжной теме и чуть более светлый корпус. Задняя крышка одинаковая, логотип Expedition. Дальше написано тип батареи, ссылка на сайт и указана водозащищенность 100 метров. Диаметр корпуса 42 миллиметра. Дальше я, с вашего позволения, одни часы положу, потому что механизм один и тот же. Мне просто удобнее делать обзор на одной модели. Да, еще покажу, что это вот натуральная кожа. Ремешок очень мягкий, удобный. Металлическая клипса на ремешке. Вот. Вот так видно. Значит, на циферблате присутствует дополнительный рисунок наподобие такой округлой гравировки. Часы с хронографом. Значит, секунды. Я сейчас хронограф выключу и потом покажу, как он работает. Значит, часовая минутная стрелка центральная, а секундная стрелка — это вот эта стрелка на маленьком циферблате. Дальше хронограф. Хронограф по традиции имеет два режима работы. Первый режим работы. Вот мы запустили. И стоп. Это кнопка сброса. Второй режим работы. Старт. Фиксация промежуточного результата производится этой кнопкой. То есть, обратите внимание, вот этот циферблат показывает десятые доли секунды, то есть 7 минут и сколько там получилось, 7,7 секунды. При этом вот сейчас при фиксации промежуточного результата секундомер не остановился, он продолжает идти, мы возвращаем его, видите, вот прошло на самом деле 37 секунд, возвращаем его и продолжается отсчет времени. И теперь окончательный стоп, вот это уже тот результат, который мы получили. Предел измерений до 30 минут, вот на левом циферблате он указан. Ну и традиционно сброс в ноль. Значит, часы имеют подсветку, кроме того, что на стрелках на часовой и минутной есть светонакопитель, часы имеют фирменную подсветку Indiglo. Я сейчас это все продемонстрирую, насколько это можно будет. Вот видно сейчас светонакопитель. Вот видно подсветочку. Прекрасная функция, традиционная для
Timex. И покажу, как часы смотрятся на руке. Для кого-то это важно. Вот часы на руке. Покажу уже и вторые часы, потому что все-таки дизайн отличается. Да, еще хочу отметить, что вот в этой модели разметка сделана серым. Я не знаю, видно это или нет. То есть она чуть менее контрастная, но все равно хорошо читаемая. Тоже таймер здесь. Хронограф запущен. Я его остановлю. Сделаю сброс. И точно так же покажу подсветку. Подсветка практически аналогичная. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите обзоры. Всем пока!